Кадры аварии на железной дороге, которая лишь чудом обошлась без жертв, появились в интернете. В Краснодарском крае сняли, как поезд на полном ходу буквально смял автомобиль УАЗ, застрявший между путями. Машинист заметил препятствие, когда столкновение было уже не избежать. Состав на полном ходу врезался в машину. Водитель, который до последнего пытался спасти машину, выскочил в последний момент. Вылазь, Эльдар! Да вылазь! Все случилось недалеко от станции Ильская. Судя по всему, водитель УАЗа решил сократить путь, попытавшись переехать рельсы в необорудованном для этого месте.